Всем привет, ребята, вы на канале GameMakers TV, меня зовут Марк. Сегодня продолжаем играть растения против зомби-герои и проходим задание растений. Продолжаем проходить задание растений, 21 уровень, глава 21, ожившие бесята и четвертый уровень у нас, да. Давайте начнем, или же даже продолжим, вспышка на солнце против профессора. Так, давайте выбираем, конечно же, как обычно, большие карты и... Так, ну пускай остаются, окей. Ну, профессор, у тебя, конечно, бесконечные карты, я это знаю. Но у нас есть на старт пока что шампиньоны. Будем мы с вами защищаться. Приемы зомби. Наносит 3 единицы урона растению. Вот ты дурачок. Такую хорошую карту использовал на какого-то мелкого шампиньона. Ну, окей. 2 атака у нас уже есть. Это значит то, что плюс 8 единиц здоровья. Так, ну, чокнутый зомби это у нас, да? Да, давайте. Придется его все-таки уничтожить. Сражение. Шалфей, конечно, использовать после 6 солнышек. Но мы не могли допустить 4 урона. Поэтому при появлении наносят на единицу урона шампиньончик пока. Так, ребята, знаете, что сделаем? Пока что у нас идет атака, вы ставите лайки и подписывайтесь, конечно же, на канал. Так, бильярд. Как нам быть? Давайте... Уничтожим. Ас бильярда. И приемы зомби. Зомби наносит бонусную атаку. Окей. Сейчас скоро, ребята, мы начнем с вами кушать тако. Блокировка и... Ну, давайте замочим все-таки эту карту. Отлично. Итак, 6 у нас солнышек есть. Чокнутый зомби выходит и... Так, давайте чокнутый зомби уничтожим мы с вами. И сожрем тако. Посмотрим, какая карта у нас выйдет. Может быть, с одним солнышком. Нет, все-таки у нас выходят опять кукурузные зерна. Так, при появлении зомби наносит бонусную атаку. Ничтожество. 16-18. Сейчас начнется. Охренеть, у нас 3 легендарки. Так, что будем делать? Ну, давайте поставим трехглавого, окей. Посмотрим, что предпримет профессор. Бонусная атака. 2 урона сейчас мы еще раз получим с вами. И сражением. Что-то слабовато, профессор. Всех сожрали, отлично. У нас выходит шалфей. Шалфей у нас... При использовании вытяните карту, если этот ход был произведен минимум 6. Ну вот, сейчас мы можем шалфей с вами использовать. Но... Давайте здесь вот. Угу. Так, давайте сожрем тако. Угу. Но... Давайте продолжим. Ок, приемы зомби. Вытягивает 2 карты. Потом еще вытянет... А, наносит 2 единицы урона. Ну ничего. Пускай очищает дорогу. Кукурузом. И сейчас, наверное, вытянет еще 3 карты. Кабачок у нас выходит. И можем, ребята, наверное, уже ставить кукурузу, да? Да, давайте поставим кукурузу. Избавимся от засранцев. Бедняжек. У нас есть еще одно солнце, но нету карт, чтобы их использовать. И давайте. При появлении наносит 1 единицу урона. Герои, наверное, да. И давайте в колоду. Приемы зомби. Создает случайных зомби. Стоит 2 мозга. Да, слабовато. Опять-таки, да. Отлично, но профессор
Сегодня не твой день. Сегодня мой день. Так, но у нас, ребята, в принципе, нету других карт. Ставим опять мы с вами кукурузу, в холостую стреляем. Вот, и при появлении зомби наносит бонусную атаку. Да, сейчас мы с вами троголову потеряем, но... А, даже так. Но мы сейчас с вами поставим третью кукурузу. Так. Отлично. Ну, давайте еще одну кукурузу поставим. Вот это комбо мощное, конечно, да. Отлично. Итак. Ну, мы можем сделать вот так вот, но пускай кукуруза уничтожит. А нет, у нас еще есть приемы зомби. А, карты же нету, точно, сражение. Бум. А вот так вот профессора мы с вами замочили, ребята. Кому нравится, конечно же. 10-й раз, ребята, напоминаю. Лайки ставим, награды. Так, идем дальше. И у нас последний уровень 21 главы, ожившие бесята. И посмотрим, ребята, какие же тут у нас условия в игре будут. Опять у нас бородатый... Как он называется? Сейчас я прочитал бы. Но нет возможности. Меняем карты. Так, два тако. Ну, пускай будет, окей. Блин, ну что за черт. Так, смотрим. Ход зомби. Вы только Так, посмотрите. Бесячество вернулся с 5 единицами здоровья. Ага, 25 у него. И еще одной бочкой. Надеюсь, что внутри какие-нибудь обезьянки. Да нифига там не обезьянки. Там у нас, ребята, бочка с бородатыми капитанами. Ну, давайте приемы зомби. Размещает 50. Вот сейчас нам нужен виноград. Срочно нужен виноград. Получим 4 урона, к сожалению. Срочно нужен виноград. Так, токсичный бесенок. Ну окей, давайте токсичного убьем мы с вами. Хотя можно было бы замочить бородатого. То есть бочку. Тогда мы бы всех зомби замочили бы. Почти всех. Конечно же, 50 клонов хотя бы. Давай виноград. Фиг нам виноград. Нет винограда. Ну, давайте съедим одну тако. Может быть, что-нибудь хорошее нам тут выйдет. Так, двинутый зомби. Приемы. Блокировка. И давайте шампиньонов ставим. Посмотрим, что у нас сейчас будет. Отлично. Сейчас и шампиньоны умрут, и бесята умрут. Так, 3 или меньше. О, отлично. Это хорошо. Это... А нет. Давайте уничтожим мы с вами. Вот так вот. И ставим шалфей. Приемы зомби. Сражение. Отлично. Вычистили поле. Сейчас. О, и виноградик у нас приполз. Пораньше бы пришел, где-то был. Так. Ну. Давайте поставим трехглавого. И сражение. 14-19 счет у нас. И сейчас съедим тако, наверное. Да, все-таки давайте тако сожрем. Окей, и давайте продолжим. Рикошет. Неплохо. И второй у нас наносит 1 единицу урона герою. Окей. Сражение. Блокировка будет? Следующий. Нету. Так. Ну, пора ставить кукурузу тогда.
Кукурузу поставим за 5. Так, нет, не будем сейчас мы сами ставить кукурузу. Давайте уничтожим. Уничтожим карту. И поехали дальше. Приемы зомби. И сражение. Блокировка. И все получают минус 1. Нет. Забираем. Газонокосилка. Окей, давайте всех уничтожим уже. Пора, пора уже, ребята, всех мочить. Отлично. И приемы зомби. 6 мозгов у него есть. Наносит 2 единицы урона. Что-то еще. 3 единицы урона. Окей. Молодец. И сражение. 11-19. Нам бы еще исцелиться. Цветок силы нам нужно. О! Вот это уже другое дело. Сейчас смотрите, что будет. Сам же себя и повредил, можно сказать. Ну, ок, 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 ок. Давайте поставим кукурузу. Сейчас будет веселье, ребята. Вот так вот. Сейчас у нас еще Орехолянди. Окей. И поехали. Приемы зомби. Наносит 3 единицы урона. Это у нас мухоловка, что ли, что-то называется. Восемь, 11. Вот. Так, а есть, отлично. И давайте уничтожим, наверное, все-таки, да? А, нет, мы можем с вами вот так вот сделать, да? Так, ну, нет, лучше давайте сюда поставим, уничтожим вот это зомби. Это у нас зомби-фейерверк. Окей. И сожрем, конечно же, тако. Отлично, идем дальше. Наносит 1 единицу урона герою? Да. Но мы все равно сейчас кукурузу потеряем, к сожалению. Блокировка. Счет 11-11 уже. Теперь... О! Все, отлично. Ну, давайте зубастика поставим сюда. А потом еще можем поставить здесь поганку. А могли бы просто уничтожить с помощью вот этой карты, а потом с помощью черники. Вот, но приемы зомби, посмотрим, что там у нас в зомби. Ничего нету, отлично. Вот так вот, ребята, победили мы с вами бесенка. Кабум. Но колода, конечно, крутая, карты вообще мощные. Награды. Получаем мы с вами десяточку. 10 билетов и идем дальше. Что у нас там? Какая глава? 22 глава. Вопрос жизни и смерти. Против бессмертия играем. И, конечно же, ребята, в следующей серии. И вы не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы приходили вам уведомления о новых видео. Потом ставить лайки, делать репосты, писать комментарии, вступить в группу ВКонтакте и подписаться в Инстаграм. Нажимайте сердечки. Вот. А вы были на канале GameMakers TV. Меня зовут Марк. Всем пока.